мы будем смотреть на сферу семья, дети, на вот этой прекрасной колоде под розами. Семья, дети, буду смотреть на карту ребенок и карту дом. Посмотрим, давайте рассмотрим карту, что с детьми, у кого нет детей, что в доме в вашей семье. Может быть, вы живете с родителями, или вы живете отдельно, или живете вы одна, или вы живете с любимым человеком. Это не важно. У каждого проиграется, конечно, дорогие, свое. Вот карта дом. Смотрите, я сказала карта дом, и вышла карта дом для женщины. Опять же, смотрите, как карты гадают. В доме будет у женщины гармония. И давайте я сейчас еще найду карту ребенка, как и обещала. И посмотрим и такой вариант. Вот и карта ребенок. Смотрите, все прекрасно, все хорошо. Сейчас я буду рассказывать, трактовать вам, конечно. И начнем мы. Я пока это отложу. Женщина, дом и карта сад. Здесь без слов, да, понятно, что в доме у женщины будет идиллия, гармония. Многие девочки сейчас начнут украшать квартиру, приводить в порядок, делать ремонт. Ремонт, менять интерьер и все такое. Что еще будет в доме? Это карта книга. Изучаете что-то? Вот, например, вы решили сделать какое-то красивое что-то в доме. Например, сделать ремонт. Изучайте, как красиво это можно сделать с меньшими затратами и более красивый, благополучный результат получить. Также интерьер и все остальное. А также здесь говорится, что многие девочки будут работать в доме по интернету и будут заниматься, успевать и домом, и работой, и все прекрасно будет. У некоторых девочек в доме идиллия, гармония и получение какой-то знаний, информации. Смотрите, карта букет. В доме будет красиво, прекрасно все. Полная гармония, идиллия, блаженство. И будут в доме преданные люди, верные, надежные, верный мужчина, верные подруги, друзья, преданность к себе, понимание родителей, детей. Я очень рада. Дальше я сейчас посмотрю для тех девочек, кто беспокоится о своих детках, как у них будет складываться с детьми. Здесь неважно, дети большие либо маленькие. Это неважно. Смотрите, что здесь у нас идет. Карта корабль, ребенок и карта луна. Смотрите, у тех девочек, у кого нет деток, сейчас идет по судьбе стать матерью. Обрести это счастье материнства. Готовьтесь, дорогие, это идет скоро к вам. У кого есть детки, с детьми будут прекрасные отношения, но не нужно давить на детей, немного дайте детям свободы. Если вы сами дети, то ваши родители пусть дадут вам свободу. У каждого своя жизнь, любовь, понимание в доме, любовь детей. Далее. Ну, вот как я и сказала, но нужно давать грань какую-то, свободу. У каждого своя жизнь, каждый должен идти своим путем. И тогда, дорогие, вот смотрите, карта Лилия вам говорит, будут, наоборот, верные, хорошие отношения между родителями и детьми. Нужно знать всему предел, всему барьер. И с детьми налаживать такие правильные, эмоционально взрослые, нормальные отношения.